Ассаламу алейкум, уважаемые гости, уважаемые дамы и господа. Разрешите от коллектива авиакомпании «Узбекистан Airways» приветствовать участников, гостей, организаторов международного форума на данном мероприятии. Мы рады вас видеть. Добро пожаловать в Узбекистан. Как было ранее сказано нашими спикерами, согласно указу президента республики, в прошлом году мы прошли реорганизацию, национальная авиакомпания реорганизовалась, создана еще в 92 году, и начала осуществлять свою новую деятельность. Мы встали на новый шаг развития, на новое направление развития и начали работать в новом качестве с ноября прошлого года. Хотелось бы немножко посвятить вас в историю развития авиакомпании. На протяжении своей истории Узбекистан Airways удалось построить свою собственную уникальную маршрутную сеть, соединив на регулярной основе Центральную Азию с более чем 30 государствами мира. В разные периоды авиакомпания методом проб и ошибок пыталась входить на различные рынки авиаперевозок. Так, в виде одной из первых моделей авиабизнеса еще в 90-х годах были организованы стыковочные рейсы, соединявшие в аэропорту Ташкент маршрут полетов из Индии, Пакистана, Великобритании и обратно. Данная модель оказалась достаточно успешной и в сокращенном виде существует до настоящего времени. В дальнейшем была существенно расширена география полетов в Западную Европу, что позволило привлечь еще больше пассажиров из Индии и Пакистана. В настоящее время в этих странах имеется устойчивый спрос на полеты в Великобританию, Италию, Францию, Германию и страны СНГ. Узбекистан Airways также хорошо известен пассажирам из Израиля, которые активно используют наши стыковочные рейсы в страны СНГ, Индию и Таиланд. До настоящего времени Узбекистан Airways, конкурируя с более 10 авиаперевозчиками стран СНГ, твердо и успешно занимает свои позиции на авиарынке России, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Успеху на этих направлениях способствовала грамотная политика нашего президента и правительства, направленная на модернизацию нашего флота, являющегося в своем образе уникальным. Замена еще в 2003-2004 годах устаревших самолетов на современные лайнеры оставили нашу авиакомпанию вне конкуренции на пространстве СНГ. В настоящее время авиакомпания выполняет полеты по 45 международным направлениям. Благодаря наличию в парке Узбекистан Airways 4 типов современных воздушных судов имеется возможность гибкого и оптимального использования флота на различных направлениях в условиях сезонного, низкого или высокого спроса. На сегодняшний день Узбекистан Airways является единственным перевозчиком на территории Центральной Азии, выполняющим беспосадочные полеты в США, в частности в Нью-Йорк. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что благодаря государственной поддержке президента и правительства Узбекистана парк самолетов авиакомпании на протяжении долгого времени является самым современным и эффективным в регионе. На отдельных маршрутах Узбекистан Airways работает в условиях конкуренции с авторитетными авиаперевозчиками. Также наша авиакомпания успешно сотрудничает с авиакомпанией в рамках код-шер-соглашения. При этом сегодня сотрудничаем с 8 авиакомпаниями-партнерами на 24 маршрутах по соглашению код-шер. Также имеется положительный опыт выполнения чартерных программ. Так, например, полеты в Новую Зеландию стабильно выполняются уже на протяжении 20 лет. Некоторые курорты Турции, Европы, Таиланда и Индонезии в сотрудничестве с местными туристическими компаниями являются нашими постоянными чартерными направлениями в летние и зимние периоды. В период проведения чемпионата мира по футболу в России в прошлом году нашей авиакомпании удалось осуществить ряд рейсов с болельщиками не только внутри России, но и в Южную Америку. Периодически выполняются чартерные рейсы из городов Казахстана в Европу и на Ближний Восток. В последние годы наблюдается динамичный рост пассажирских перевозок. Так, в 2018 году авиакомпании впервые в истории было перевезено более 3 миллионов пассажиров, а в 2019 году пассажиропоток превысил 3 миллиона 800 человек. Это, в первую очередь, стало результатом политики открытости, проводимой нашей страной под руководством президента Шавката Мирзиёева. Кроме того, введение безвизового въезда в Узбекистан для граждан многих стран мира, меры по развитию туризма оказывают самое положительное влияние на авиатранспорт и способствуют развитию нашей авиакомпании. В сотрудничестве с Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма только в 2019 году совместно были проведены и приняты участие на 16 международных выставках в Турции, Германии, Испании и других городах
по всему миру. Следует отметить наличие у нашей авиакомпании тоже также грузового флота широкофюзеляжных самолетов двухпалубного типа, которую используют для грузоперевозок как в из республик, так и на международных направлениях, которые эффективно эксплуатируются на сегодняшний день и летают практически во все континенты нашей планеты. В этом году Узбекистан ЭВС пополняется, еще будем пополнять свой флот такими самолетами, как Boeing 787 Dreamliner и A320. Как известно, до разделения авиакомпания являлась крупной организацией, объединявшей все наиболее важные компоненты авиационной отрасли. Это приводило к монополии, которая имела свои плюсы и минусы. Например, управление деятельностью национального провайдера навигационного обслуживания центра «Узнавигда» сыграло также огромное положительное влияние на компетентность персонала. Знания и опыт, приобретаемый летным составом в различных учебных центрах и регионах мира на протяжении долгого времени в порядке методологического взаимодействия, передавалось диспетчерскому составу управления воздушным движением. Конечно же, это все сыграло положительную роль в развитии других наших структурных подразделений, которые на сегодняшний день уже не в структуре нашей авиакомпании. Все 11 гражданских аэропортов Республики Узбекистан в начале середины 2000-х годов стали международными. Авиакомпании удалось сохранить кадровый состав аэропортов, осуществить поддержание и повышение квалификации. Наши аэропорты вошли во все международные базы авиационных данных и хорошо известны всем авиаперевозчикам. Я хочу коротко рассказать еще про новую структуру. Наша структура сегодня, значит, имеются 4 дочерних предприятия. Это ООО «Узбекистан ЭВС Техникс», ООО «Учебно-тренировочный центр», «Кетринг» и «Узбекистан Хеликоптерс». Сами эти предприятия являются уникальными, и каждый из них, вот руководители структурных подразделений находится здесь, в зале у нас, мы готовы к обсуждению наших будущих перспективных проектов, поэтому будем рады видеть на стенде «Узбекистан ЭВС», который практически здесь на входе находится. Мы готовы к открытым партнерским отношениям, значит, те наши партнеры, которые присутствуют сегодня в зале, мы будем вас видеть сегодня у нас на стенде. Ну, если говорить коротко, окажем на структурном подразделении, Узбекистан ЭВС Техникс, она играет у нас ключевую роль в обеспечении безопасности полетов, это поддержание летной годности, обслуживание наших воздушных судов в техническом. И, кроме того, у них есть другие возможности. Данное предприятие в прошлом году было сертифицировано под техническое обслуживание самолетов Boeing 737. И в планах освоения, значит, технического обслуживания других типов ВС. У него, кстати, здесь есть отдельный стенд, на котором они готовы встретиться с вами, переговорить, презентовать свои возможности и заключить долгосрочные перспективные договора или соглашения. Учебно-тренировочный центр предоставляет услуги по подготовке и преподготовке авиационного персонала не только для нужд Узбекистана, но и других стран. На своей базе имеются виртуальные полнофункциональные тренажеры летные, работающие круглосуточно. Также имеются аварийно-спасательные противопожарные тренировочные модули. Центр является основой базой для подготовки специалистов в области авиационной безопасности. Кетринг – это тоже наше предприятие. Мы готовы к сотрудничеству. Сегодня есть партнеры, которые готовы, значит, рассмотреть вопрос создания совместных предприятий. Это компания «Гейт» и «Транспит», которые сегодня у нас присутствуют. Мы рады будем вас приветствовать. У нас на стойке, безусловно, будет наш директор нашего кетеринга. Мы обсудим с вами все наши перспективные проекты, мы обсудим ваши предложения и готовы к сотрудничеству. Ну, про «Узбекистан Хеликоптерс» ранее здесь было уже сказано. Действительно, это уникальное предприятие, имеет в своем флоте на сегодняшний день вертолеты Ми-8 российского производства, но сегодня в планах переговорить с нашими компаниями, которые, ну, переориентировать наш флот вертолетов на воздушные суда западного производства, в том числе рассмотреть с партнерами из Airbus все их предложения. Поэтому мы сегодня тоже на площадке данного форума готовы с вами со всеми встретиться и обсудить в том числе вопросы, значит, эксплуатации вертолетного парка мировых производителей.
В заключение хотелось бы сказать, что авиакомпания «Узбекистан Айвейс» в качестве приоритетов и основных своих стратегических целей видит. Первое, конечно, безусловно, это, как и любая авиакомпания, это обеспечение безопасности полетов. Второе – это повышение качества сервиса и доступности наших услуг. Третье – развитие и внедрение современных средств и методов обслуживания клиентов, в том числе IT-решений. И развитие системы наших грузовых перевозок. Авиакомпания будет продолжать работу в улучшении ценовой политики для пассажиров за счет оптимизации своих внутренних и эксплуатационных расходов, унификации парка воздушных судов, повышения заинтересованности и роли каждого сотрудника в достижении конечных результатов. Хочу выразить отдельную благодарность организаторам данного форума, это Министерству транспорта Республики Узбекистан и Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма. Уважаемые дамы и господа, вся наша команда Узбекистан Airways находится здесь. Пожалуйста, приходите к нашему стенду, мы будем иметь с вами диалог, мы открыты диалогу, мы готовы к партнерским отношениям, тем более, что у нас есть хорошая возможность все те наши будущие планы реализовать. Мы сегодня готовы это обсудить. Спасибо большое. Добро пожаловать. Спасибо.